Продолжается рабочий визит главы государства в Павлодарскую область. Напомню, вчера Нурсултан Назарбаев посетил ряд социальных объектов и новый завод по прокалке нефтяного кокса. Сегодня президент примет участие в республиканском форуме трудовых коллективов. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Ербол Абишев, который находится в Ледовом дворце Астана, где с минуты на минуту начнется главное мероприятие сегодняшнего дня. Ербол, здравствуйте, расскажите о программе работы визита главы государства в Прииртыше. Доброе утро. Да, слегка. Рабочий визит президента проходит достаточно насыщенно. Вчера глава государства прибыл в областной центр и сразу же посетил центр нефрологии и эфферентной терапии. Это самый крупный диализный центр страны, где установлены 25 аппаратов так называемой искусственной почки. Медицинское учреждение построили в конце прошлого года в рамках проекта государственно-частного партнерства. Как раз важность такого сотрудничества и отметил президент Казахстана, знакомясь с работой нефрологического центра. Так вот, возведение этого медицинского учреждения частные инвесторы вложили почти 330 миллионов тенге. И сегодня центр предоставляет широкий спектр услуг от ранней диагностики до реабилитации, в том числе и гемодиализ, а также консультации и медикаментозную помощь. Центр оснащен по последнему слову техники и имеет возможность выполнить более 48 тысяч процедур диализа в год. Он уже достаточно популярен в республике. Сюда приезжают пациенты со всей страны, а медицинский персонал успел наработать немалый опыт по пересадке донорских почек. С момента открытия здесь успешно провели уже 7 операций. Впрочем, гордиться и показывать главе государства действительно есть что. Как сказал президент Казахстана, Павлодар — это мощный промышленный центр страны. В нашей области реализуется множество прорывных проектов. Один из них — это завод по прокалке нефтяного кокса. Предприятие строилось в рамках карты индустриализации и является важным звеном в алюминиевом кластере, поскольку оно позволило избавиться от импорта прокаленного кокса, который ранее завозился в Казахстан из-за рубежа. Теперь эта продукция поставляется напрямую на казахстанский электролизный завод. Но на этом мощности предприятия не ограничены. Уже в ближайшем будущем здесь планируют экспортировать часть продукции в Россию и Китай. Ну а через несколько минут Нурсултан Назарбаев приедет сюда, в Ледовый дворец Астана, где примет участие в республиканском форуме трудовых коллективов. Судя по подготовке, предстоит масштабное мероприятие. Как видите, в Ледовом дворце собралось множество участников, примерно более 4000 человек. Они представляют почти полсотни трудовых коллективов, которые, кстати, съехали со всех регионов Казахстана. Какие вопросы будут обсуждаться на повестке дня, мы узнаем чуть позже. Так что просим уважаемых телезрителей внимательно следить за выпусками новостей. А новости обязательно будут. Злиха. Спасибо, коллега. Я напомню, из Павлодара передавал Ербол Абишев. Там сейчас начнется республиканский форум трудовых коллективов с участием главы нашего государства.